субботу в Самарской области переменная облачность. Осадки маловероятны. 24-26 днем, ночью 16-18 выше 0. Ветер западный 2-4, порывы до 10 метров в секунду. В Сызрани облака. Днем плюс 23, ночью плюс 16 градусов. Западный 3 метра в секунду. В Тольятти облачно, днем 22 с плюсом, ночью 17 выше 0, западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, днем плюс 22, ночью 17 выше 0, западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 49%, температура воды в реке Волга 21,3, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.